Сейчас на канале Железный Сталкер Финанс мы рассматриваем матч континентальной хоккейной лиги. А екатеринбургский автомобилист будет принимать на своей площадке Казанский Акбарс. Казанский Акбарс на данный момент имеет серию побед из 3 матчей. А что касается автомобилиста, автомобилист также набирает очки стабильно. Учитывая тот факт, что Акбарс, отдохнувшись и свежий, автомобилист играет у себя дома, я предлагаю такой став, как обе забьют на 40-ю минуту за коэффициент 1,7. Не забывайте подписаться на канал, поставить, если вы согласны с прогнозом, также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка будет в описании под видео. Там вы сможете увидеть прогноз не вошедший на этот канал и прогноз желания.